Да, не судим? Да. За что? За кражу. Сидели в тюрьме? Сидел. Сколько лет? 7. Когда освободились? В 8. В 2008? Угу. За что на этот раз задержала вас полиция? Подозрение кражи. Сколько краж вы совершили? Не знаю. В какое время суток? Ночь. Как вы проникали в квартиру? Через дверь. Замки сломали или как? Да. Как постучали, никого нет, взяли и поломали. Был судим за убийство. Он сидел 10 лет. На этот раз за что вас задержала полиция? Ну, подозрение в кражах. Какие кражи? Какие-то, ну, квартирные. Квартирные кражи? Да.